Вода сюда бежит. У нас постоянно весной затапливает, потому что что, ниже, и мы всю весну страдаем. А я уже сейчас вот бабушка слепая, ничего не видит, и приедут, то что делает, что сказать. Ну и вышла, говорю, вы делаете куветы, как надо, чтобы это землю не снесло всю в трубы. А то смоет, трубы забьются весной, что, и она вот попадет в ограду.